«Шалтай-болтай» шоу. Новость дня по версии «Радио Картина». Ну что ж, друзья, конечно, обогатиться на такую сумму денег, чтобы позволить себе перелет первым классом из Москвы в Нью-Йорк, мы не будем говорить об этом, но хотим вам рассказать о том, что на «Картина ТВ» продолжается завершающий, я бы даже сказала, тур выигрыша 500 евро. А все сделать очень и очень просто. Нужно всего-то смотреть в видеотеке «Старт «Картина ТВ». Замечательный комедийный сериал «Грант» и выигрывать 500 евро всего лишь за один ответ на заданный вопрос, между прочим. А мы тем временем продолжаем вам рассказывать о тех самых людях, которые уже получили свои 500 евро легко и просто, только благодаря тому, что смотрели видеотеку «Старт» «Картина ТВ», и сериал «Грант» помог им стать обладателями целых 1500 евро. Вы представляете? Это все правда. Это все вам не шутки-пошутилки. А люди, реальные люди, нам сейчас все это и расскажут. Одним из победителей стал Николай, которому мы сейчас дозвонились. Николай, здрасте. Одну минуточку, сейчас. Опа! Какая веселая музыка у Николая. Здравствуйте, Николай. Вас беспокоит кассир Наташ Терских, и я инкассатор Геннадий Чекан. Мы по поводу ваших денег, которые вы выиграли, смотря, конечно же, замечательный сериал «Грант» видеотеки «Старт» от «Картина ТВ». Добрый вечер! Добрый вечер! Как настроение? Нормально. Нормально, так очень серьезно Николай говорит. Скажите, у вас уже какие-то планы на то, чтобы потратить такую сумму, появились или вы уже от них избавились благополучно? Ну, нет еще, но в планах планируем, думаем. Думаем, планируем. Думаем, я так понимаю, что не один думает, Николай. С семьей. Ну, естественно, конечно, с семьей. Скажите, Николай, вот как узнали о таком розыгрыше от «Картина ТВ» и видеотеки «Старт»? Ну, в интернете, потому что я сам как бы пользуюсь картиной. А как давно пользуетесь? Ну, 5 лет. О, пожалуйста. 5 лет. Значит, вы в курсе всех акций, которые проводит «Картина ТВ»? Ну, в большинстве. В большинстве. Ну, скажите, а вот уже удавалось что-то выигрывать вам вообще в жизни? Первый раз. Первый раз! Ой, мы вас поздравляем, еще такой хороший выигрыш. Вы скажите, пожалуйста, Николай, а вот вы помните вопрос, на который вы ответили? Какую птицу принес хозяин гостиницы? Вот, какую птицу принес? И какую же птицу принес хозяин гостиницы? Тетерева, вот. Понимаете, ребята? Значит, внимательно смотрит сериал «Грант», Николай. Ну да. А как давно обзавелись видеотекой «Старт»? Ну, она примерно как появилась, так я у меня сразу же думал, что у меня премиум пакет. Ага, то есть, ну, скажите, вам вообще нравится видеотека «Старт»? Да. А что там есть такого интересного? Ну, интересно то, что новые сериалы все появляются. Которое можно, естественно, смотреть с семьей, сидя вечером после работы, отдыхаешь себе, ну и еще за это выигрываешь хорошенькую сумму. С такими шансами, да, еще интереснее. Всегда интереснее. Скажите, пожалуйста, Николай, кому-нибудь хотите передать свой пламенный привет, а? Какую-нибудь песню, может быть, заказать у нас здесь на радио «Картина»? Да, как бы, ну, поставьте любую на ваше усмотрение. Так, привет всем тем, кто смотрит «Картина ТВ». А какие пожелания есть для зрителей «Картины ТВ»? Чтобы почаще смотрели. Ну и, конечно же, участвовали в последнем. В розыгрыше и выигрывали призы. Потому что это все реально, правда ведь, Коля? Да. Сам на себе почувствовал. Вот. Из первых уст победителей, как говорится, для вас информация, друзья. Ну что ж, Николай, ваш привет обязательно передаем всем зрителям «Картина ТВ», всем слушателям радио «Картина». Мы желаем вам хорошего времяпрепровождения. Ну и, конечно же, с пользой для души и тела потратить выигрыш свой, который, ну, такой немаленький, 500 евро. Ну да, спасибо. И для вас прозвучит песня Анатолия Полотно «Дай денег, папа». Очень актуально, я так думаю. У вас же дети, да? Да, дети. Я так понимаю, во множественном числе дети. Двое, вот. Я думаю, что «дай денег» эту фразу, наверное, папа слышал не раз. Ну да. Ну и тем более сейчас на карманные расходы у детей есть возможность попросить у папы. Конечно, тем более, конечно. Если сейчас дети слушают радио «Картина», узнали, что пап хороший куш сорвал.
Спасибо вам большое, Коля, за общение. Всего вам хорошего, доброго. Ну, а мы, друзья, напоминаем о том, что есть еще, есть шанс выиграть 500 евро от «Картины ТВ» в розыгрыше. Если вы смотрите комедийный сериал «Грант» в видеотеке «Старт» и в премиум-пакете «Картина ТВ», то мы вас поздравляем, потому что вы можете зайти, да, и, собственно говоря, поучаствовать в розыгрыше, и так же, как Николай и все остальные участники этой акции, можете стать победителями и выиграть целых 500 евро на какие угодно милые, приятные расходы. Правда ведь? Так что, друзья, не упустите, и вы имеете уникальную возможность выиграть 500 евро. Всего лишь-то надо ответить на один вопрос, и вы автоматически становитесь участником розыгрыша. Да. Каждому из вас мы желаем только одно. Удачи, и держим за вас кулачки. Тур четвертый уже начался. Выигрывай 500 евро каждую неделю. Самый реальный выигрыш от «Картина ТВ» и онлайн-видеосервиса «Старт». Включай видеотеку «Старт» в пакете «Картина ТВ». Смотри сериал «Грант» и отвечай на вопросы на сайте «Картина ТВ». Все, забирай свои 500 евро каждую неделю. Работать больше не нужно. Нужно смотреть «Старт». Подробности на сайте «Картина.ТВ».